Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю лимонный курд или лимонный крем. Я готовила его для лимонного торта. Если вам интересно посмотреть это видео, ссылочку на него я вам оставлю в описании. Торт получается очень вкусный. Для начала подготовим все необходимые ингредиенты. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягким. Снимаю цедру 4 лимонов. Нам понадобится только желтая часть, белая часть горчит. У меня лимоны крупного размера. Нарезаю лимоны напополам и отжимаю сок. Нам понадобится 200 мл лимонного сока. Если вдруг так получится, что у вас немного не хватает лимонного сока, то оставшуюся часть можно дополнить кипяченой водой. Я добавила также сок одного зеленого лимона лайма. Это придаст аромат моему лимонному крему, и крем получится еще ароматнее и вкуснее. Все ингредиенты подготовлены. В емкость отправляю 200 мл лимонного сока, цедру 4 лимонов, добавляю 200 грамм сахара и 5 яиц. Все хорошо перемешиваю венчиком. Когда масса хорошо перемешалась, добавляю 2 столовые ложки крахмала, это 30 грамм. И еще раз хорошо перемешиваю до однородности. Ставлю массу на маленький огонь и, постоянно помешивая, довожу до закипания. Когда масса начнет загустевать, помешивать нужно более интенсивно. Вот такая примерно по консистенции должна она у вас получиться. Если вы проведете линию по ложке, то она должна остаться четкой. Затем я протираю массу через сито, чтобы она у нас стала более гладкой, чтобы все ненужные крупиночки цедра лимона осталось в ситечке. И добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. Но потом я все-таки решила все перемолоть погружным блендером, чтобы масса стала более гладкой и однородной. Так что смотрите сами, протирайте массу так, как вам более удобно, через сито или погружным блендером. Лимонный крем накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник до полного остывания. Лимонный курд хорошо остыл, достаю его из холодильника, перемешиваю и буду использовать как крем для торта. Как я уже сказала, я готовила лимонный торт и использовала лимонный крем для его приготовления. Получается очень-очень вкусно, очень рекомендую вам попробовать. Также лимонный крем можно использовать в качестве наполнения для пирожных, капкейков. Можно также наполнять им тарталетки, тарты. Или кушать вместе с блинчиками, оладушками или просто намазывать на хлебушек. Получается очень-очень вкусно. Хранить лимонный курд можно в холодильнике в течение 5-7 дней. Надеюсь, вы приготовите тоже такой лимонный крем и порадуете себя и своих близких. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам десертов и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.